Всем здорово. Серия уже получается 4 по данному замку, версия 4. Переделал, закончил я наконец-то его. Теперь вот все приобрело такой вот вид. Опять же, это просто прототип. В новой квартире это будет все встроено уже в дверь. Так, также мне пришел электронный замок, где-то он у меня. Сейчас найду. Вот он, вот такой вот замочек мне пришел. Вообще, изначально я собирался сделать с ним, но замок сломался. Мне пришлось, как бы у меня не было выбора, либо покупать новый замок, либо переделывать то, что есть. Провел небольшие манипуляции с заменом ручек по всей квартире и вот надыбал такие вот ручки обычные с пружиной. Да, я уже объяснял. Вот, ну, в квартире уже будет стоять такой замок, встроенный уже либо в дверь, либо в стену. Там посмотрим. И сканер будет тоже встроен, скорее всего, в стену. Итак, не получилось у меня встроить контакт в ручку, как я хотел, так как места там просто-навсего нету внутри. Контакт я хотел вот такой, да. Такой вот выключатель довольно-таки клевый. Обожаю их. Магнитный. Нету скачков. Вообще самый лучший. Вот, но места нету. Сбоку тоже места не было. А все место там занимает двигатель. Вот, пришлось сделать отдельную кнопку. Вот такую вот. Что довольно-таки, в принципе, удобно. Сделал я ее здесь. Получается, при открытии двери я все равно ее буду нажимать. Сейчас нажал и открыл дверь, как бы в легкую, да? Нажал, потянул. Проблем вообще нет никаких. Довольно-таки удобно, потому что дверь открывать, все равно тянуть за ручку. Чик и тянешь. Также работает система с брелками. Все так же хорошо. Карточку вы, кстати, не видели. Те, кто подписан на Инстаграм и смотрят за группой ВКонтакте. Видели, да? Я напечатал вот такую карточку. Использую ее для прохода в школу. Скопировал ID, вот это вот мое, шрих-код. И напечатал сам на пластиковую карточку, которая шла с этой... с этим ридером. Также приобрел 5 таких карточек, буду переделывать. Вот, другая сторона, вот такая вот, написан мой Инстаграм, давай фокусируйся, и YouTube канал, довольно-таки прикольно, и штрих-код я сделал здесь такой вот, тоже довольно-таки прикольно и удобно. И вот также ее и же использую, чтобы открыть дверь. Вот так вот, довольно-таки интересно, многофункциональная карта. Давайте продемонстрирую с другой стороны. Все легко и круто. Nice. Ладно, всем спасибо. Всем пока.